После столь стремительной популярности он из зимы объявился бывший муж. Певица не скрывает, что до известности всегда очень хотела семью и детей, поэтому в жизни звезды уже была и свадьба, и рождение малышки. Однако счастливой семейной жизни не случилось. Супруг забыл о своей жене и ребенке, вследствие чего последовал развод. Потом была Москва, выживание, покорение столицы и участие на шоу «Песни», после которого Назима стала суперзвездой. Естественно, жизнь изменилась на до и после, и многие друзья из прошлого вспомнили об артистке. На днях бывшая певица попытался связаться с экс-супругом в то время, когда она приехала передохнуть после проекта в родной Шымкент к своей семье. Мужчина попытался добавиться к Назиме в ВК, а после того, как она отказала, написал смс-ку ее родному брату с вопросом, какой номер телефона сейчас у Назимы. Будто бы он забыл, у нас почти одинаковые с ним номера. Ну и все, и пока тишина. Видимо, он так хотел встретиться с дочкой, поделилась певица. Скорее всего, бывший подумывает вернуться к теперь уже знаменитой на весь Казахстан и Россию экс-супруге. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!